pozvalovati na TV Jam, TV Jam televidenje katori družit sa svojim zriteljami. U nas u gostijah Eduard, budem delat supiska puste, ši. Чего, Эдуард? Ши. Ши. Договорились. Я узнал про ши, когда то был маленький, читал русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского. Там всегда Раскольников и все остальные идут по каким-то забегаловкам и всегда кушают ши. Что делаем, Эдуард? Режем лук. Режем лук. Что мельче, тем лучше. И что, его обжарим? Да. На оливковом или сливочном? На сливочном. Побольше, поменьше? Вот так. Парень, пока у нас это жарится, я тебе помогу что-нибудь. Морковь. Как? Мелко. Я думаю, штучки две. А морковь можно крупнее. Сельдерей добавим, Корей? Чуть-чуть можно сельдерея. Капусту. Как, Эдуард, хорошо. Реже капусту. Мелко, мелко, красиво, да? Нож хороший. Морковь будем пожаривать? Давай. Вместе с сельдереем? Угу. Дальше какой у нас шаг? А дальше шаг... Капусту? Капусту. А давай попробуем, сделаем одну штучку, очень интересно. Есть у меня паприка. Так, добавим капусту, да? Да, немножко ее потушим. Да, порежем и туда немножко паприки, болгарского перца. Да. Да, попробуем, как это получится, да? И можно еще острого. А вот еще чеснок добавить сразу. Добавим это сюда. Воды у нас есть. Думаю, что можно воду добавлять? Да. Он уже чуть подгорел. Чуть-чуть подгорел. Значит, вода. А русские, когда кушают борщ, когда кушают щи, добавляют майонез, да? Или сметану. Или сметану. Но у нас, к сожалению, корова нету, так что мы майонез делаем. Возьмем эту вещь, так? Знаешь, как делать майонез? Читал, но сам не пробовал. Сам не пробовал, очень просто. Видишь, возьмешь три желтка. Откроешь там холодильник, есть дижонская горчица. Настоящий майонез, он делается из настоящего желтка. Но по законам Российской Федерации, почему эти майонезы гадости? Потому что они делаются из яйца. Порошок. Значит, чтобы яйцо из-за сальмонеллы прошло стерилизацию. Добавишь одну хорошую столовую ложку дижонской горчицы. Возьмешь так масло, добавишь немного соли. Можно добавишь сюда немного перца. Включишь просто такую штучку, мощную, хорошую, добавляешь по чуть-чуть масла. Моешь оливковое, моешь растительное, которое тебе устраивает. Немножко подожди, что оно сбьется. Ничего не паришься там, по чуть-чуть масла, говорят, нет. Когда у тебя хороший миксер, видишь, как оно идет. Возьмешь лимон. Видишь, Эдуард, что он так слишком желтый. Добавишь сюда чуть лимонового сока. Добавим чуть воды. И он уже получится похожий на магазине. Если это все прошит, летает, видишь, так есть замечательная штучка. Значит, на литр масла где-то 100 грамм воды и половина лимона. Видишь, как он красивого цвета. Вкусненько. Отлично. Все готово. Осталось зелень. Зелень чего? Кинза. Кинза. Петрушки можно чуть-чуть. Значит, кинза и петрушка. И петрушка. Тут у тебя ты с собой еж принял хмель, да? Хмель и сунели. И сунели. Добавляем зелень. Зелень. Дальше соль. Соль. И можно перцем. Чеснок добавим. Конечно. Обязательно. Обязательно. Чеснок нас хранит от всяких бактерий, грипп и так дальше. Правильно? И вампиров. И вампиров, конечно, которые кровососов. Дальше что нам и надо? Когда добавим это? А, прямо сейчас. Прямо на чеснок сейчас положим. Ну, пожалуйста. Сколько? Ложка, две, три? Ложка. На чеснок, что ли? Да, прямо на чеснок и вместе все положим. Сейчас мы ставим доску. Ты можешь сюда к нам и кастрюлю да занесешь. Что, попробуем? Наливаем? Все, наливаем. Давай. Майонез домашнего приготовления. Я возьму хорошую ложку майонеза, я хочу стать русским. Русско-кавказский вариант с адриатическим майонезом. Я вам желаю, конечно, приятного аппетита. Готовьте, наслаждайтесь. Эдуард с вами поделился. Смотрите дальше TV Jam. Приходите к нам в гости. Спасибо. До свидания.